Зачем? Два это. Один оставайся, а другой уходи. Иди пока туда. Я пошел. Можно прийти? Можно прийти? Приготовились к молитве. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Господи, благослови нашу занятие, разумею, научай нас постоянно, любящий Христос, за все Твои незвеченные милости, за любовь Твою, за дар спасения, слава Тебе, вечный Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Пока Надежда Александровна нет, она придет сейчас и продолжит занятие о страшном суде сегодня. А сейчас, пока я спрошу вас, на дом что задавали? Что на дом задавали? Кто выучил? Пожалуйста. Все первое. Самое. Сокрылья, слава Твоя, чтоб не согрешить перед Тобой. Так, еще раз повторю, только, пожалуйста, громче говорите, дети. Вы очень тихо говорите, громче. Так, пожалуйста, еще раз. Сокрылья, слава Твоя, сердце мое, сокрылья, слава Твоя, чтоб не согрешить перед Тобой. Так, хорошо. Пожалуйста, полечь. Псалом 118 стих 1. В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой. Хорошо, отлично. Пожалуйста, кто еще выучил? Кто выучил еще? Фруся. Неужели не выучила? Так, как мы бы знаем, какие ты наизусть знаешь еще стихи? Повтори, пожалуйста. Господь пастырь мой, ничего не знаю, медитация. Помнишь? Ванечка, ты знаешь? Господь пастырь мой, ничего не знаю, медитация. Какой ты злачный шарик, типа, он не ходит, типа. Так, псалмы, 22-й, кто помнит? А кто помнит? Господь свет мой и спасение мое. Кого боюсь? Кого боюсь? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Читали? Так, на дом тогда запишите, пожалуйста. Запишите, пожалуйста, на дом возьмите. Первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Записывайте все в тетрадочки. Псалом первый. Весь псалом. Он все равно он небольшой, всего только 65 стихов здесь. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Один? Да. Один псалом. И для старших еще 22-й псалом, пожалуйста. 22-й псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Записали. Выучить к следующему уроку, выучить наизусть эти псалмы. Так, сейчас, дети. Вот эта неделя у нас в храме церкви отмечается неделя страшного суда. Кто из вас помнит о страшном суде? Что можете рассказать? Только старшая группа, старшая. Кто знает? Ну, хоть по одному предложению, знаете, но, Лилия, говори, что ты сейчас сказала? Копеечка, пожалуйста. Говори. Ну, там, отделять пошло. Так, вот. Гликерия, пожалуйста. Да, я не знаю.
Как Юрки называешь? Вчера ты это повторяли. Кто будет судить? Кто будет судить? Христос. Христос. Что наступит день страшного суда. Вы в это верите, да? А то вчера пришел там к ней, она все рассказывала ему об Иисусе Христе, а он говорит, я не верю, что он слышит не буду. После смерти, когда человек умирает, душа разлучается с телом и проходит определенное число дней, мытарство так называется. И вот придет время, когда наступит день страшного суда, дети. Почему же он называется страшным судом? Это суд самый справедливый. И невозможно, ни один человек не сможет оправдаться на этом суде. Если человек покаялся, причастился, то есть принял крещение, причастился, покаялся в своих грехах, Господь не вспомнит ему на страшном суде уже эти грехи, а кто не успел покаяться, на страшном суде будет очень строго взыскание с каждого человека. Здесь уже откроются книги. Откроются книги, в которых будет записано и все наши мысли, и дела. Все будет записано в этих книгах. И Господь будет спрашивать с каждого из нас, какой мы дадим ответ на страшном суде за свои дела, поступки, за мысли, дела. За мысли, слова и движения ответа потребует с нас. Еще будет протекать огненная река. Через эту реку все до одного человека будут проходить. Кто-то пройдет и будет в белой одежде, а кто-то прет, как головня обгоревшая. Но он не уничтожится совсем и пойдет в муку вечную. Остальные пойдут в вечную. Те люди, которые покаялись на этой земле и жили правильно по заповедям Божьим, эти люди пойдут в рай. Вы помните притчу о 10 девах, о разумных и неразумных? Помните, дети? Я нет. Я тебя не спрашиваю. Я тоже хочу послушать. Разумные, мудрые девы вошли в рай, а неразумные не вошли. Почему они не вошли в рай, дети? Помните, пожалуйста. Потому что они добрыми делами делали. Добрые дела не делали, да? Не были милосердны. Совершенно правильно. Когда пришел жених, и они вошли, мудрые вошли, а неразумные остались за дверями. И когда они стучали, отвори нам. А Господь как им сказал? Что им сказал Господь? Да, не знаю вас. А почему он сказал, не знаю вас? Потому что они были неразумными. Что? Потому что они... У них не было милосердия, правильно. Они были не милосердие, не делали добрых дел так, как должно. А Христос что скажет? Я был голоден, накормили меня, наг, одели меня, болен, посетили меня, в темнице посетили меня. А эти никаких добрых дел не делали, и поэтому они называются неразумными, не имели милосердия. И потому Господь их не примет в Царство Небесное, скажет, я не знаю вас, отойдите от меня, делайте мне закон. А меня, наверное, примет. Вот это неделя, дети, как можно больше нужно любить, учиться, молиться, беседовать с Господом и постоянно, каждый день раскаиваться в своих грехах. Перед тем, как ложиться спать, вы должны вспомнить, что вы сегодня за этот день сделали, доброго или худое? Где вы не так себя повели, где вы не так помыслили, в школе ли, на улице, или друг с другом где-то? Вы обязательно должны покаяться в том, что
что вы сделали за этот день неправильно, неправильно угодно Господу. Где вы не соблюли ту заповедь, которую нам заповедовал Господь. Любите друг друга, как Христос возлюбил вас. Так, сейчас у нас тут Фося, прочитай, пожалуйста. Сейчас я тебе скажу псалом. Прочитай псалом. 138. Пожалуйста. Все внимательно послушайте. Себе возьмите там отдельный стих и скажите. Начальнику хора, псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда батюшка, я сажусь, зайдет, и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Позади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, да и там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит моя десница, меня десница твоя. Помедленнее, что я скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. И сокрыты были те кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня кровожадные. Они говорят против тебя нечестиво, суетно и замышляют враги твои. Не или не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающим на тебя. Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. Изри, не на опасном ли пути я пути, и направь меня на путь вечный. Обратите внимание, дети, что говорится. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я? Отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои пред тобою. Известны тебе, все пути известны тебе. Дети, вот это вы должны помнить, что каждый, почему и написано, что все мысли, слова, движения мысли, желания, чувства, все Господь знает. Еще нас не было. Смотрите. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои. И душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в утробе. В тайне образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Когда еще ни одного из них не было, а Господь уже знает все наши дни до скончания века. Как мы уйдем с этой земли. Он все знает. В твоей книге, обратите внимание,
записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены дни мои, как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. Из 138-й псалом, это очень главное здесь вот, для старших хорошо бы маленечко через несколько стихов заучить, тоже, чтобы вы знали. Вот 142-й молитвенный псалом прочитаем. Может, кто-то, дети старшие, хотите прочитать 142-й псалом? Хочешь, Лина? Все тихо. Малыши, тихонечко. Господи, услышь молитву мою. Внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех, угнетающих душу мою. Ибо я твой раб. Вот этот псалом мы слышим в храме читается, да, дети, слышите? В каком-то шестопсалме читается этот псалом. Каждый раз, каждый стих мы это слышим. Мы должны уже за все время знать его наизусть. Мы не запели уже, да? Да что-то не слышно. Хвалит Гипсон, он еще прочитал. Подожди, держи. Вот, дети, мы послушали сейчас, как молился Давид. Это вот мы читаем, записали. А он-то молился своими словами, от сердца молился. Много значит ваша молитва, которая исходит от сердца. У нас есть молитвословы православные, по которым мы читаем утреннее правило, вечернее. Это правило было тоже собрано некими праведными мужами. Собраны молитвы тех людей, которые также молились от сердца своими словами. Иоанн Златоуста, видели молитва Иоанна Златоуста, Василия Великого и других святых, которых канонизировалась православная церковь. Вот так и вы молитесь от сердца. Вот что у вас, какие нужды есть, о чем вы хотите попросить Бога, вы открываете перед Богом свое сердце. Даже самое простое, например, не удается учиться кому-то, всякое бывает. У кого-то 7 пядей во лбу, он учится легко, и памяти гигабайты, терабайты, а у кого-то тяжело с этим. Вы просите у Бога. Вот помните житие святого, если не ошибаюсь, Сергия Радонежского, да, не ошибаюсь. Он в детстве, его же не Сергий звали, это он в монашестве Сергий. Кто знает, как его в детстве звали? Мы не будем тратить время. Звали его Варфоломей, Варлуша. И у него не удавалось учиться. Он сокрушался перед Богом, он молился, он не мог. Даже читать, вот бэкал, мэкал, как говорится, по слогам плохо получалось читать. И он просил у Бога. И ему явился ангел. Пришел однажды
и сказал: «Все, пойдем со мной в храм. Будешь». И дал ему псалтырь, говорит: «Читай». Ангел в виде старца явился. А он стоит и боится, и думает: «Так я же читаю-то БМЭ». Но Господь ему дал этой мудрости по его жаркой детской молитве. И он стал читать, и сам был удивлен, как он хорошо читал этот псалтырь. Поэтому просите у Бога, ваша детская молитва всегда услышана Богом. Ваши незапятнанные еще сердечки, незапятнаны грехом каким-то тяжелым. И вас Господь слышит. Молитесь также о своих родителях, о своих бабушках, дедушках, кто, может быть, неверующий, кто болеет. Господь вас слышит. Да, Фросенька? Вот что нужно вам знать о молитве. Конечно, и по молитвослову молиться, и также свои какие-то желания, свои благодарные молитвы перед Богом открывать. Понимаете? Понимаете, дети, о чем я говорю? Своими словами молитва, своими словами от сердца у вас тоже должна происходить. Не просто вот мы открыли псалтырь, извините, молитвослов прочитали от корки до корки, и все. А услышали сами себя или не услышали? А вот та молитва, что будет исходить от вашего сердца, она и вами будет больше слышана, потому что она вам близка будет. Ну все, уже запели, пойдемте теперь. Помните, как в храме нужно дисциплинированно себя вести, не бегая, не гуляя. Пойдем, малыш. Подождите, подождите, просто помолимся сейчас. Давайте встанем, поблагодарим Христа за наше занятие. Видите, баба Надя ушла. Почему? Как вы думаете? Ей нехорошо стало. Мы сейчас поблагодарим Бога за наше занятие и помолимся за нее. Я буду молиться. Вы знаете, что за Надежду Васильевну молимся. Все, малышки, пожалуйста, за бабу Надю. Господи, благодарим Тебя за это занятие, за эту встречу. Коснись, Господи, сердец детей наших. Ты сам, Господи, знаешь их имена. Даруй веру от слышания слов Евангелия. Прибудь, Господи, с ними, доведи их до Царства Твоего Небесного. Исцели, Господи, наших болящих, работая надежду. Владимира, Валерия, Татьяну. И всех болящих братьев и сестер общины нашей, лежащую Анну, помоги, Господи, исцели Тарасе, Леониду, Агнию. Да будет на все не наша воля, но Твоя. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, пойдемте, ребятишки. Литурочка, пошли. Аминь. Слава Отцу и Сыну.
Поклонись и приходи ко Христу.
Сыны, Сыне Божий, воскресе из мертвых, поющие Ты. Аллилуйя. Разрушил Еси крестом Твоим смерть, открыл Еси разбойнику рай, мироносице плащ приложил Еси, и апостолам проповедать и повелел Еси. Яко воскрес Иси Христе Боже, даруй мира велению милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. И когда приедешь, и Боже, на землю со славою, и трепещут всяческое, прикажи огненное пред судищем влечет. Книги разгибаются и тайны являются, тогда избави меня от огня неугасимого, и сподоби меня одесную тебе.